видео называется «Пожать на два ингредиента». Да. Как зовут моего парня? Какой кошмар, а? Все, я тут зрители лишний явно. Я просто в шоке от вас, девочки. А я уже лет 17 пребываю. Вот поэтому от нас папка ушла. Мама, от нас никто не уходил, ты говоришь. А где он, Андрей? Ау! Прошло 10 минут с начала съемок. Ваня изрисовал все листочки, я не знаю, на чем он будет сейчас отвечать. Всем привет, ребята! Сегодня это видео начинаю я. Игра называется «Нарисуй красивый пейзаж». И выигрывает Ваня Дмитриенко со своей шикарной работой. Не вторые штаны испачкаешь. Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем умопомрачительный ролик с невероятной подготовкой. Огромная команда работала. Внимание! Сегодня в этом ролике с вами будут разговаривать неповторимая, непоколебимая Ваня Дмитриенко. Дмитриенко. Умопомрачительная Саша Найс. И всегда на связи Софа Супер. What's up, bro? И сегодня мы узнаем, кто меня лучше знает, Ваня или Софа. Ой-ой. Рисунки от Вани Дмитриенко. Как думаете, кто выиграет? Пишите прямо сейчас в комментариях. Я у вас спросила. Я за честную борьбу. Я думаю, что я, потому что я все-таки сестра, а Ваня какой-то горы, которые он нарисовал. Под горабом. Все сходится. Как называется мой первый трек? Это видео называется «Пожать на Ваню Дмитриенко». Да. Если Ваня Дмитриенко сегодня ответит больше, чем на 3 вопроса неправильно, он выбывает из моей жизни. А, я вспомнил, господи! Айс, Айс, Купер, 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 Айс, мы с тобой сестры, но мы с тобой не Найс, вот это же. Надежи. Айс, Айс, Купер. Когда лень написать 2 буквы. Айс, Айс, Куп, 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 Айс. Он нигде не выпущен, этот трек. Это даже нету, это нету трек. Это просто было на моем канале. Первый трек официальный закружит. Вы что говорите такое? Я предлагаю этот балл присвоить Ване Дмитриенке. Саша, вы что делаете? Это она молодец. Я думала написать об этом. Я думала написать. Это диск называется, а не Айс Айс Купер. Если Ваня сейчас поет, тогда ему засчитаем. Да. Айс Айс Купер, пой. Я не реагирую на провокации. Я не знаю, кому давать балл, Никит. Я предлагаю Ване Дмитриенко засчитать правильный ответ, потому что сейчас будет вопрос, на который он ни на один не ответит, а ты на все правильно ответишь. Да в смысле? Да это нечестно. Первый трек закружит. Первый трек — диск убирать. Господи, все, отдайте этот балл Сове, давайте снимать нормально. Следующий вопрос. 1-0. Идите в жопу. В каком месте на теле у меня шрам? У меня есть шрам на коленке. Вот, я написала! Но я не про него подумала. То есть, у меня есть шрам на бедре, вот здесь вот. А Ваня написала попа или спина, левая лопатка. Левая. Места, в общем, которые он не видел. Поэтому, собственно, никаких шрамов у меня там нет. Это чтоб ты знала. Откуда у меня этот шрам? Саша, конечно же, никогда не гласила своей родной сестре балл. Итак, Ванин ответ. Я никогда его не видел. Тут написано какая-то ересь. Вам не надо верить в которую. А тут написано тоже какая-то ересь. Фигурное катание, машина. Я вам рассказываю. У меня есть шрам на бедре. Я его сделала, когда бежала на своей даче на метлу. Напоролась, и у меня потекла кровь. Вопрос на засыпку. Сколько я зарабатываю? Это вообще-то не окей. Это, между прочим, очко. 0, да? Правильно. Правильно, ответ озвучит Мамку Купирайс. Ну, люди сейчас озвучат, а я себе покажу. А Софья на ответ 700к в месяц. Мам, сколько мы зарабатываем? Я не знаю, все деньги тебе на карту идут. Мы даже не знаем, где наши деньги. Победила Софа Купер. Она все деньги на карте Магнита, которая у меня. Короче, Ваня недавно забрал карту Магнита и до сих пор не отдает. Софа была ближе к правильному ответу. Ой, где-то мне достает 1 балл, спасибо. Какую пластическую операцию я собираюсь сделать? Чего? Тут 2 пластические камеры. Вы еще что-то не то написать. Ну тут все вечно пишет, но в скобочках второй вариант. Вот мой ответ. Спасибо за твой ответ, я сейчас скажу правильно. 1, 2, 3. Сама с собой, Ваня уже показал. Победила никто, потому что я на самом деле хочу. Что? Грудь? Ты? Нос? Нет. Спасибо, мне нос лопой. Нет, да, что очень красивый нос, я знаю. Ну, дальше давай. Скажи. Сейчас как раз узнаем, что у меня плохо, давай. Перечисляй, Я не знаю, правда, губы ты хочешь увеличить? Дальше. Че, реально? Дальше диктуй. Нет, больше нечего тебе менять. Только нос, губы и грудь. Сделай и все, больше тебе менять нечего. Нет, все. Спасибо. Я себе ничего не буду менять и никакую операцию делать не буду, поэтому победила дружба. Потому что у меня все хорошо. А, ты бьешь так сильно. Грудь это не главное. Какой у меня знак зодиака? Изи-пизи. Ваня,
Ты что, думаешь? Раз. Тихо. Понятно, все понятно. Ваня, если что, давайте я покажу гороскоп. Привет, и у нас тут 100% совместимость. Так нет. Я скорпион. Ты скорпион, у стрелец скорпион вообще ноль. Спорим? Спорим, я знаю. Что ты там знаешь? Какого числа у меня день рождения? О, господи, 1-2-2-7-0. Ты даже не знаешь, это очень важная дата. А, твой день рождения? 21-12. Да, 18 года. А, 21-12-18 что было? Иди в жопу, пожалуйста. 18 декабря. Спасибо, Вань. Это был образный год, у меня день рождения. 16 декабря. Спасибо. Давай, еще попросили попытка. Если неправильно, уходишь. 12 декабря. Молодец. Что ты делаешь? Сейчас Ваня совместимость проверит. 92%. Скорпион, ты не тот ввел, придурок. Женщина-скорпион, мужчина-стрелец. Хорошо, а женщина-стрелец и мужчина-скорпион. 100%. Все, пожалуйста, пожалуйста, удалитесь с площадки. Итак, ладно, хрен с вами. Женитесь. Спасибо. Что я чаще всего заказываю в ресторанах? О. По моему опыту, ничего. Я слишком скромная, когда я хожу в ресторан с мальчиками. Нет, нифига вообще. Я вообще говорю, я ничего не буду, ничего мне не надо. Ей богу. Потому что я знаю, что господи будут за меня они, а я не люблю, когда на меня кто-то тратит деньги. Раз. Они мне этого не позволят сделать. Победила Софа Купер. Это старый вообще стартер-пак, я тебе это... Да, я знаю, но мне очень нравится, я заказываю. И что? И что? Я такое заказывал 12 лет. И что? А мне вкусно в мои 18, ты будешь спорить о вкусах? Ребят, вы видите, как она ролла? Два горла. Поэтому не надо верить ей. Цезарь Кармана в жизни ни разу на самом деле Цезарь Кармана. Саш, что ты будешь? Никогда не было такого. Саш, что ты будешь? Ну, я бы хотел Цезарь. Уйди отсюда! Уйди, не обижай! Всегда роллы с чем? С крабом и с креветкой! Быстро сюда! Калифорния, Филадельфия! Куда я этим кушать? Я хочу Самира! Я потому что в рестораны с тобой не хожу. Боня, да, серьезно? Да. Вань, давай я с тобой. Я люблю Макдональдс и Бургер Кинг. В каком институте я учусь? Давай, 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 пиши. Надо не так. МГУ. Дешевым. Я за него плачу 500 000 в год. Ты не хочешь? 15 000 рублей в месяц. Надо думать доказания для проигравшего, потому что он реально заслужил. Доказания, а сегодня не едем в Secret Room. Доказания? Ты заказываешь нам роллы с Сабзиро. У него деньги закончились, поэтому я плачу в последнее время всегда. Я с тобой снимаюсь, платишь ты, ну и плати. Да пошутила я. Ты задолбала так шутить. Все и так знают, что у тебя одна вещь не зашла, деньги не закончились. А я плачу, у парня нет денег. Да я чертова бичара, я жирная, бичая, нищеброда кусок просто. Кому я нужен такой вообще? Какого цвета мой миникюр? Раз, два, три. Софа, для себя. Раз, два, три. Показывает разное время. Опять в скобочках, точнее. Зеленый в скобочках, красный. Побеждает Софа Купер, потому что у нее был зеленый фломастер. Он был не зеленый, тот проиграл. Стало. С какого возраста я занималась фигурным катанием? Надо было спросить, чем я занималась, потому что Ваня, скорее всего, это не знает. Вань, кто я? Я... Я тебе хотела написать. Пиши, пиши. Чтобы вы понимали... Я уверен, что 6. Я говорила об этом, наверное, в своих видосах даже раз 20. Я занималась фигурным катанием с 3 лет. Ну, это хорошие. Вань, давай, переделай на 3. Саша, ну зачем так сделала, а? Зачем? Вот зачем? Соф, ты не расстраивайся. Ваня, почему ты сидишь и за тобой мишку не видно? Переснимаем все видео. Потому что я жирный. Ну хватит так говорить, ты не жирный. Ребята, напишите в комментариях, он жирный? Нет. Ты меня снимаешь все видео, опять обижаешь. Нет, что ты обижаешь? Ванечка, тебе видео обижаю. Какого цвета? Кресточек. У меня глаза. Это грех не знает. Я целую песню о этих глазах написал. Правда? Грида. Зеленый. Зелено-серый. Короче, правильный ответ. Зелено-серый. Просто Ваня не мог песни сказать зелено-серый. Зелено-серые глаза. Как зовут моего молодого человека? О, это прям у меня. Куда пошел? Не трогай. Я пошел выкидывать это все в окно. В жопу эти съемки, короче, ребята, просто вообще. Я уважающий себя человек, уважающий себя мужчина, снимаюсь в этих роликах с провокациями, они пытаются меня спровоцировать. Ребята, ребята, мы с Сашей, у нас, понимаете, вы не понимаете, что происходит. Они с Димой расстались. Ой, удаляем. Давайте я вам лучше кулинарное шоу проведу. Ну, ёк-макарёк, это же просто будет в разы интереснее. Как вам меня видно? Отвратительно. Ну, ничего страшного. Давайте просто поговорим. Я вот всегда думал, что моя жизнь немного поменяется с приходом популярности или еще чего-то. И она очень поменялась. Меня стали окружать другие люди. Уже с Сашей? Что вам Сашу пример привожу? Или любого другого человека взять.
Вот вроде все хорошо. Я вроде бы и не очень. Вот она сейчас придет ко мне извиняться. Пришла ко мне извиняться. Ты издеваешься? Ты, во-первых, стоишь, у тебя тут темнота какая-то. Вот так, Вань, надо было хотя бы покрутить, во-первых. Во-вторых, почему ты ешь чипсы Софины? В-третьих, почему ты ушел и забрал камеру? Я хочу и правду не наблюдать тоже подписчикам. Ну ты что рассказываешь? Зачем ты все эти вопросы задаешь? Как сейчас зовут твоего молодого человека? Как? Ты сама-то знаешь? Знаю. Как? Он не хочет сниматься. Тоже мы его не платим, он только за деньги снимается. Короче, после долгих мучений мы вернули Ваню Дмитриенко. Он был в слезах весь на кухне. Озвучь еще раз вопрос. Как зовут моего парня? Раз, два, три. Победил Ваня Дмитриенко. В смысле? Деня и мама. Я и мой креатив. Победила Софа. Ваня, как всегда, что-то ест. Вань, можешь что-то сказать в свое оправдание, почему ты проиграл? Ты меня совсем не знаешь. Ладно, потому что мы знакомы всего лишь месяц. И поэтому мы вообще не знаем друг друга. Ребята, всем не пока! Не, подожди, ну Вань! Всем пока! Всем спасибо за просмотр. Смотрите, как Ваня уважительно относится к вам, друзья. Потом и пишите, что Саша и Ваня лучше. Пишите, пишите. Спасибо всем вам искренне за просмотр. А сейчас нам подлизывается к вам, чтобы писали, Саша и Ваня лучше. А больше не буду сниматься в этих роликах. Ясно тебе? Я вам открыто заявляю, больше не буду вот это сниматься. Ни разу. Я в твоих слушаю тогда. Я вас люблю. Мой канал по ссылке в описании. Можно чипсами не плеваться хотя бы? Пожалуйста. Май. Дверь закрой с собой входную. Никита оставляй. Нет, сиди. Это провокация. Давай, нравится. Друзья, короче, подписывайтесь на мой инстаграм по ссылочке в описании. Вот мой ник. На инстаграм Зов и Вань тоже в описании. Но я подумаю, еще они себя не очень сегодня хорошо себя вели, поэтому, возможно, я них не буду ничего оставлять. Спасибо, что были со мной до конца. Пишите, на сколько вопросов правильно ответили вы. Люблю вас, пока. Надо вот так, так, так. Понятно?